В Казахстане за три дня выявили около 50 фактов торговли людьми, 9 из которых в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в МВД. Только в Астане преступная группа из 17 человек на территории 9 банных комплексов вовлекала молодых девушек в рабство. Сотрудники изъяли деньги и 6 автомашин. Похожие преступления выявлены и в других регионах. Сейчас ведутся расследования по факту создания ОПГ. Аналогичное ОПГ ликвидировано в городе Шымкент. Здесь также изъято денежные средства на сумму более 1 миллиона тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомашин. Лидеры и участники взяты под стражу. Помимо этого, в Караганде и на территории Актюбинской, Алматинской и Магистауской областей людей с инвалидностью принуждали к попрошайничеству. За счет своих жертв преступники получали доход до 10 миллионов тенге в год. Все фигуранты задержаны.